Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть GTA 5. Да. Она у меня не совсем как надо идет, конечно. Ну давайте, по крайней мере, как идет, так идет. Давай, машину мне. Выехали. Так. Теперь вам доступны аэробатика 2. Франклин! I was going down, huh? The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get the key. Так, отмечен на карте знак МС. Давайте к нему, значит. Селектор радиостанции, затем выберите станцию с помощью... Нет, музыку мы не будем включать. Авторские права. Господи, когда я уже приобрету видеокарту, нахрен. Я мог, сука, нормально без вот этих всех задержек хреначить. Но для начала надо закупиться оружием. На всякий случай, для тех, кто не знал. Никто не знал. GTA 5 на деньги не взломать. На деньги-то не взломать. А вот на кое-что другое можно сломать. И тем самым приобрести деньги. Так, магазин, так, тап, вы купить. Это что? Патроны покупаю или что? Изучить? As you can see, I run a very tight ship. Вот, глушитель мне надо. Фонарик не надо. Так, рукоятку я взял. Так. Фонарик мне не нужен. Прицел. Ну, давай возьмем. Глушитель у меня вот установлен. Я прямо отсюда вижу. Черная расцветка, там мне вообще не интересно. Расцветка. Так, модифицировать. Что я еще могу взять? Нож. Купить. Но уже есть этот предмет. Так, магазин. Магазин большей емкости. Фонарик не надо. Глушитель возьму. Расцветка меня не интересует. Так, это мне рано еще или что? I'm out of those, unfortunately. We're still waiting on a new one. Так, подожди. Oh, I'm sorry. We're out of stock on the... Пока то, что... Вау! Вот оно. Глушители обязательно.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, по поводу... Надо на деревенщину быть похожим. А, да купить. Все. Вот бронежилет мне надо. Самый дорогой. Так, у нас что здесь? Честно скажу, я не помню, что у нас здесь. Тир. Ладно, хрен на него. Но это тир. Бронежилет мы взяли. Давай. Блин, кнопки путаю. Да, единственное, что у тебя без музыки, да, так немножко скучновато. В основном я... В основном я с музыкой, да, либо от тальков. У меня там очень чистые пруды, застенчивые ивы. Либо Арктида, что-нибудь такое динамичное более. Так что на вкус и цвет товарища нет, как говорят. Ну-ка давайте карту включим. Так, где карта? Инструкции. Так, мне надо карта, настройки. Да. Подождите, у меня карты что, нету построить? Как у меня карта строится? Да ёж твою мать-то! Подождите, 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 где карта у меня? Ну-ка, настройки. Настройки, назначение клавиш. Так, назначение клавиш, спецспособность, пауза, так. Ой. Пешком, так. Бой, так. Телефон, транспорт. Хрен с ним. Да вообще не то. Любой транспорт. Так, следующий, предыдущий. Так, это мне вообще не интересно. Понятненько. Я знаю, куда, вот сюда вот надо заехать. Давай. Заходи. Hey, what's up, Simeon? My dear boy. Здравствуй, дорогой. Я тебе сейчас глаз вырву, тварь такая. Ты меня подставляешь-то по-любому. Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month. Оружие свобода в доступе, но, блин, проблематично все это у них. Look, man, it's been a real honor. Один другому может оружие перепродать. Homie,
But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do, and I do it, and nothing changes. Поэтому у них такая преступность. Оружия нет, слеживаться. I will very carefully explain to you why. Подал водительские права. Она же ID-карта, она же паспорт. Такая пластиковая карточка. И вот такая вот хрень у них происходит из-за этого. Потому что он не может проверить этого, и поэтому должен вынужден полагаться, что она настоящая. Knock, knock, niggas. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, Lamar? Так куда меня отправляют? Franklin еще с этим придурком. Кстати, подписчики, за ваше здоровье. Сегодня, кстати, Пасха, так что Христос воскрес. Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get us. What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddamn it, I want it. I'll give a fuck да, what it is. Чуть позже, you know так. Вы читайте, я потому что читать не буду, слишком быстро, без тормозов. Если есть сраная таблица результатов, я хочу быть на самом верху этой... Сучки, чтобы рядом что-нибудь там, может, повезет. Вышел по следующий месяц, как насчет сегодня. Вот видите. Один мат переругать, поэтому я даже слушать не хочу. Так. Вот мой автомобиль. I never took you to be old hairstylist type bitch. And now it's all starting to make sense. We can't take no cops for this shit. This is report. A pedestrian struck by a vehicle west of Los Angeles. Уйдите от полицейских. Блин, эта тварь вонючая там. От полицейских. Просто катим по накатанной, ждем время. Это уже привычно. Так, все, мы ушли. Построим маршрут. Не пролазим. Блин, она так-то прикольно выглядела. Да тихо ты. Гонки — это вообще не мои. На машинах, велосипедах, мотоциклах. Это все не мое. Я ненавижу гоночки. Хотя у меня было в GTA 4, я на тележке, тележку взял. Какой-то, в общем, Херман в аэропорту был с тележкой. Вот я у него тележку взял, я от него от полиции полчаса уходил. Это реально, это прикольно. Она едет еще с пердячим паром нахрен. Так что это смешно еще и выглядит. Так. Блин, такой хороший автомобиль. Ну ладно, какие-то бонусы зарабатываешь, кстати, не прогрузился. Неважно. Бонусы, когда зарабатываешь, кстати, вот такая вот приколюха у меня почему-то только здесь. На старом компе у меня такого не было, но, правда, я там и не записывал. Поэтому, возможно, АБС-ка жрет у меня на хренище. Потому что, если бы не АБС, я бы, скорее всего, прогрузил. Вот так видите, что есть, то есть, с тем работаем. You Apache motherfuckers love y'all best, huh? Давай. You should go work on one of those reservations. Watch Dogs 2 играл, ну там управление, это пипец, я скажу, говно полное. Хотя, может, кому-то и нравится.
The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. Давай, что-то мы ищем, что-то в гаражах. А, минутку. Давай. Hey, what's up, homie? You alright? No, wait, wait. Да что, не про шпионов поиграть? Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Be cool, nigga. Так, давай. Yeah, that's right. Keep it moving. Yeah. Я не понял телефон. I don't like this shit one bit. Не... Какой чит нахрен? Читы, читы это зло. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in a past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? Патронов у меня, правда, немножко. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Так. Hey, 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 hold up. Эй, 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 стой. It's in one of these lockups. Он в одном из гаражей. Обыщите гаражи. Давай. На. You think these tattooed motherfuckers gonna care we got a pink slip? It got to be this other one. If that wasn't it. Даже не знаю, блин. Тварь такая, вот он здесь. Сейчас еще поди выбежит. Ну-ка. Опа! Да! Как оно, как словом, так и делал. А, нет, смотрите, не выехал. Сзади, сзади. Hola, SA. So you're trying to creep up in here, man. Yeah. По-испански, по-итальянски, по скольки. Как вы? Господи, в мясо. Нормально. Another day at the motherfucking office. Fucking idiot. Only one way out this motherfucker. Так. Вот стрельбы мне не хватало. Я реально говорю, стрельбы мне не хватало вот этого. They got me pinned down. Shoot that gas can. Follow me. Let's get through this. Somebody tell them niggas this a legal repossession. Страх его подстрелил. Вот так. Up there, shoot that nigga. Bust his ass. Ни хрена тут, что я помню, с целого района, что ли, воюю. Спокойно. Машина тоже не взорвется. Пришли только за байком. Постоянно смотрит так. Ну это хорошо, что у меня уровень здоровья будет восстанавливаться. Давай в мою машину быстрее. Let's get him, homie. I want to get paid. Paid ain't worth shit when you're doing 25 with an L. We massacred those motherfuckers. Да что ли, мать? Я на карту смотрю, поэтому. Я говорю, у меня с вождением плохо с этим. Кстати.
город есть такой курган, вот там сражение вообще плохо, если вы хотите знать наваждение, можете в любом городе знать, только не здесь. Здесь вы навряд ли сдадите вождение. Люди уезжают в другие города, чтобы сдать. Поэтому вот он реальный факт. Реальность всего мира, бытия, или как правильно называть, как хотите. Это я походу не по туда еду, на этом надо хорошо ехать. На мотоцикле, либо пешком бежать. И опа! Так. Я вот посюда выйду. Не может быть так, чтобы все заблокировано было. Так. Man, I said, punch it, homie. Nigga, I should punch your ass for kicking that shit off. Байк don't mean nothing. Давай. А, задание. Байкер скрылся. Блин, это еще и байкер. Ну это вообще жопа тогда получается. Ладно. Let's get it! You fucking ass! We really gonna repo after all this bullshit. Давай. Let's get him, homie. I want to get paid. Paid ain't worth shit when you doing 25 with an L. We massacred those motherfuckers. Смотрим по карте, shit. Блин. Важно. Это все мелочи. Байкер. Он-то более маневренный, кстати. Поэтому. А вот в четвертой части, по-моему, если я не ошибаюсь, играл-то там, где в наркопритон надо было заезжать, это вообще прикольно. Вот. Кстати, любимая миссия, поэтому она мне так запала. Он упал. Так, я так понял, мне нужен байк. Be cool, my nigga. Так, ладно, уходим. Все, ушли. Возвращаемся. Это не важно, это все мелочи. Господи. Мы идем только по основной сюжетной линии. Из-за этого байка у нас
все вот эти передряги. Вы представляете? Вот из-за мотоцикла, из-за кучки железа. Человеческие жизни, считай, сколько я погубил человеческих жизней из-за кучки железа. И бред. Но тем не менее, это такая вот американская игра. Что даже ради этого они готовы завалить кучу народу. Не понимаю. Если вы думаете, что я только пью, пью, ошибаетесь. В честь всего церковного праздника я водочки откушал, да, церковной. Как она там? Царь водка какая-то, или как она называется правильно, я уж не помню, царь водка. Это серная кислота, не. Это другое. Вот. Праздник, тем не менее, я отметил, да. Надеюсь, вы тоже отметили. Неважно, христианский он или нет. Праздник есть праздник, и я считаю, что почему бы не отметить. Евреи отмечают, что там, Хануку. А, нет, Ханука-то у них это Новый год, если не ошибаюсь. Там Рамадан. Это я... Они там отмечают. Блин, забыл, реально забыл, как они там мусульмане. Поэтому, пожалуйста, отмечайте, да. Праздник есть праздник. Я уверен, даже мусульмане были бы рады, если бы отмечали Рамадан. Почему бы мне не радоваться, если бы не отмечали Пасху? Давай, хватит базарить. Вот она, моя машина в целости. И что самое главное? Сохранности. Давайте я сохраню. Не понял. Какой-то знак вопроса у меня там стоит. Ну, давайте проверим, что это такое. Мойша, Мойша, пел, пел. Господи, вот обязательно надо ментов путать. Just what I need, police. This is Adam 5. Copy that. We'll keep an eye out. Ну давай. Не понимаю, что у вас там произошло, блин. Ничего плохого не случилось. Ну давай. Утро! Вау! Чё, стриптизёрши домой едут? Копилка болит. Время летит. О, господи. Ну давай еще. Стихами заговорил. А что, ничего подобного. Нет, постой, я его так, я так тобой горжусь. Вот так вот. Так, не знаю, что это за музыка.
задание. Выберите пункт, чтобы посмотреть задачи, инструкции. Хрень какая-то, короче, вылезла. Ладно. Не буду вникать так сильно в управление всей игры. Просто надо ехать и мчаться по, ну, как сказать, по сюжету, как это, как река течет, по волнам плывут, так и я буду двигаться. Опа. Вот так. И что ты мне сделаешь? О, кстати, FedEx. А, есть фильм такой, «Изгой» называется. И вот он был руководителем вот этой компании. Кстати, хороший фильм, посмотрите, «Изгой», если кто не видел. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, меня кину, perhaps. Я тебя кину сейчас, ага. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Забрал свой байк себе, так. Нахрена тебя вообще? Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and машину then we talk. Поговорим. Ой, вообще насрать на тебя. A locked garage, so you need to gain access from inside the house. Вот, кстати, что интересно, где-то вот у меня идет GTA 5, а вот GTA 1 это вид сверху, это вообще пипец. Вы, если не помните, то ли на Соньке, то ли на Сеге она такая еще выпускалась. Там, да, это вообще кошмарно. Опа, опять прогрузка. Самолет летит, смотрите, он наверху. Главное, вот это мы прогружаем. А то, что впереди у нас под колесами, не прогружаем. Ну, бред. Давай, проберитесь в дом. Опа. Семья потревожена. А пипец. Ладно. Ага. Используйте. Использую. Так, мне надо к гаражу прийти. Не могу, да? Ладно. Не понял, вы чё, твою ж мать-то? Что за нахнагель? Ага, вот так вот. That's just because you have a massive gaper, bitch. Добраться до открытого окна. You tried to knife attack me? No one creeps. Righteous slaughter.
Slaughter time. Девочка там. Oh my god. Seriously? My brother is such a homo. Господи. Thank you, coach. Блин, детей я принципиально не трогаю. Ну, you're a great student. Now just those hips. Вот он. Okay, like this? Ней, короче, свои лапки пилить. Так. Никого не убив, я все-таки угнал машину. Ну, это хорошо. Девочку не тронул, хоть и подросток, конечно же. Давай. Говори. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Мне кажется, это одна из ведущих фирм, которая потратила деньги на разработку игры, это вот, именно вот эти доставки, там, фикс прайс или что у них там, как правильно называется. Сейчас у нас и Валберис, и Джамбо, я, кстати, не на Алиэкспресс, а на Джамбо заказываю вещи, там гораздо выгоднее и качественнее. Не знаю, может. Considering my son just got the car, and looking at the way you're going about this, ну ладно, неплохо. I guess you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog, by the name of Simeon Yateri. So this businessman. He look legit to you? Look, man. Look, man. It's just... Look, man. It's just between him and your fucking son. Мне надо, кстати, don't worry. Наверное, на гонках поучаствовать. Чтобы какие-то тачки выиграть, и бонусы, плюшки и тому подобное. Потому что чувствую, что только там я смогу нормально тачки заработать. Hey, man. It's just я что буду с хрень гонять. Stop the car. Pull up. That the place? Нам сюда. Ух ты. Drive in. А он все время здесь сидел. And fast. Да, поживее, прям через странное окно. Где пулю в башку всажу? Man, you can't be for real. Господи. Like a fucking joke to you. Я не шучу. Ну охренеть. Ага, вот так вот. Чё мне надо, я так и не понял. Не прочитал, прошу прощения. Come on, kid. Ой. Смотрите, сколько девочка-то у нас распечатала там. Будь здоров. Ой, спасибо. Давай. Сейчас я тебе дам. Так, задание. Выберите, чтобы посмотреть так. Ну выходи. Твою ж мать, а где у меня задание-то? Так, история, давай, диалоги.
Задание. Так, задание. Затруднение. Так, проберитесь в дом садовника. Выберите. Так. Доставьте машину в салон. Протараньте витрину салона. Вот так. Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Sammy, it's not exactly how. Давай, это он меня заставил. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker. See now, you pissed. Да. You think you. Да. I spit on punks like you. Да. You recognize this car? Вали его, козла. Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist. I'm telling you, this is some serious. Нахреначил я его. Так, у меня здесь денег. Что, есть? Нет, деньги у меня. Мне вот эта машина что-то понравилась так. Так. Давайте карту откроем. Так, выбрать метку. Ну давай глянем, что он у нас здесь. Вроде недалеко. Сейчас посмотрим. Машина у меня хорошая. Это где негр живет. Догоните, господи, я уже уеду. Давай. Все знаки мои, все столбы мои. Вот этот жук я сейчас заберу. Ну-ка давай-ка. Come on, lady. Don't fight. Компактный, очень маневренный, кстати, что в игре, что в жизни. Развернется там, где другие не могут. Единственное, чего только не блокной, то остальное вообще мелочи и детали. I'm so dead.
Господи, ты еще хочешь догнать, идиот? Так. Давай, ты пока домой едешь, я к негру. Обратно. Say again? How the fuck we get fired? Man, it was partly all that bullshit you pulled, and partly the repo's old man making me crash the car into the dealership. А он в это время бегает с телефоном. Вот, кстати, вот это достаточно замечательное место, у меня, по крайней мере, было... в прошлый раз, когда я играл один, не записывая... Давай, вон моя тачка. Поехали. Поговорим с тобой. What the fuck is wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Что ты мне расскажешь? Don't look too good. Where the fuck is... Давай. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Доставить тебя, дай без проблем. All right, shit, where we going? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. I told you, I don't do that shit no more. Может, I mean, I'll baby those now and again что? Just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Как я говорил, бедствовать мы здесь не будем. Хоть вы GTA 5 на деньги взломать не можете. This JB truck. Let's go bring the cha-ching, homie. Только не на деньги. Если вы хотите узнать, как взламывать GTA 5, пожалуйста. Там есть донат за небольшую сумму, я вам расскажу, как это взломать. Как это легко и просто сделать, как обогатиться в этой игре. Оторвитесь от копов. Твою ж мать! Оторвался. Опа. Вот так развернулся, сумел. А еще куда-то права сдать не могу. Что из-за гребаного моего города? Кучка гомосеков там сидят нахуй. Решают, кто может сдать, кто не может сдать.
О, так я еще и правильно ехал. Давай. Мне просто интересно, какие плюшки я могу получить с него. Не то, что это главная миссия, просто интересно, какие плюшки я смогу вообще с него получить. Давай. Вот видите, 8 патронов он просто заставил чувака врезаться в дверь своего шефа. И ушел спокойно. С одной стороны, это благородно. С другой стороны, слишком отчаянно. Ведь могли и убить. Ты ж не знаешь, кто шеф. А если бы он был мега крутой? Не получилось. А он еще там, он ютится кого-то, блин, падла. Не важно, людей я не люблю людей. And it should slide right in. Nice and steady. Hey, you spill me a drink. Hey, boo. Hey. Hey, boo. Блин. Okay, we are in. We got 5-0 on us, nigga. Stop swinging it around. It ain't your dick. Ещё лутов, да, придётся. Господи. Вот так. Машину взяли, то ладно. Нактрил нижний. Давай. Прогрузку давай. Вот вроде компьютер, как сказать. Мне надо видяху прокачать. Прокачаю видяху, надо материнку. Надо материнку, надо еще что-нибудь. Поэтому сбор у меня внизу под описанием, чтобы все хорошо было. Кто чем может, подам еще женила, посижу. Разбуксируйте машину. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dopey. Shit changed. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking, homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. Как бы то ни было. Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. Текстуры съедаются просто. Damn fine doing it too, baby. Видяха не справляется. ОБС пишет еще, сама игра идет. Поэтому вот и собираю. На донатошем. На, как правильно? Донашем? Донатошем.
приложил. That'll come out of JB's wages. Давай, 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 поехал, поехал. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. All good, Franklin. Unhook that thing. What are you doing? Возвращайся к транспортному средству. Да вообще не то, твою ж мать-то, ты залезь. You said you'd help me. You gone and lost the car, nigga. Так. Кто-то не понял. Oh no, you ain't backing out now. We ain't on break yet, honey. Anything you need, все. You holler at me. Сваливаем. У меня еще и дробовик появился. Now, where is that fool? Los Santos PD. Park your car, asshole. За кем-то гонится. Давайте еще одно задание сделаем. Давай, посмотрим, что у тебя. Вообще тише. Пробки. Ну-ка, у меня где карта? Так, выбрать метку. Детализация. Ну, давайте попробуем. Приедем, посмотрим, что нам дадут. Это буква F. Хотя синяя вроде моё, да? Ничего, сейчас увидим. Так. Граду смысла нет врезаться.
Так. А, выбрал Франклина. Так. Потом зеленый это у негра, а синий это мы. Ой. Так охота посмотреть этот. Кто там? Какой-то там тигр, затышился дракон. А, нет, подождите, нет, 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 не так называется. Фильм называется Самурай. Кто он там? Последний. Не, не последний самурай. Черный пес, путь самурая. Вот как называется фильм. Вот его я хочу посмотреть, да. Черный пес, путь самурая. Интересный фильм. Кто бы что ни говорил. Ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь. У нас дополнительно здесь. Да подожди, я тебя задавлю. Да. I warned you. Я тебя предупреждал. Вот так бандита я остановил. Теперь домой. Дом, милый дом. Господи. Ну хотя машина не моя, мне можно ее убивать, поэтому не будем жалеть. Вот так. Ой-ой-ой. А мы все равно едем. Едем. Сосиски жуя. Вот так вот. Проскочил это ночью. Ночью. Я опять нарушил. Господи, вот в Санкт-Петербурге, когда был, отдыхал, вот там ночью вообще самая благодать. Я не знаю почему, но город миллионник, твою ж мать. Но ночью они не активны, поэтому... Сходить, посмотреть на разводные, как мосты разводятся и тому подобное, это очень даже красиво. Ночью у них, вон, проезжие в основном только гуляют. Такие, как я, вина запасутся и вперед. С девушкой на набережную. Романтика, очень красиво. Не понимаю, почему менты гоняют влюбленные парочки в этом случае. Но, тем не менее... Ладно, закон есть закон, и кто я такой, чтобы решать им. Так, здесь можно сохранять транспортные средства, паркуя их в гараже. Хорошо.
Так. Это о втором персонаже рассказывает, да? Да. Ой. Так. Ага. Это должно быть видео. Почему нельзя то? Он бродяга. Да. Бедный мужик. На, вот иметь, кстати, как дать им люлей. И сдох, и тем, и другим. Чистые пруды, застенчивые ивы. Hey, Jim. I'm going for a drink. Dad? Shit! I'm in our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? Так. Alrighty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. Мой драгоценный сынок в беде. Поехали. Твоему драгоценному сынку. Lesson number one. Don't ever have kids. Hey, man, look. If I had kids, I don't think no parenting issues would arise over who had boat privileges and who don't. Shit, motherfuckers would be lucky to sit in a bathtub. Shit, things that desperate, huh? Nah, but, you know, shit, I was making a point. Apologize in self-deprecation. I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. Little somewhere stuff. On the Western Highway. Man, ain't you worried? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. All right, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Really? Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipper-wearing motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parenting issues entail. So I'm going to help you get this boat back, right? That you are, my friend. Ничего страшного не произошло. Давай. Сейчас по кольцевой и заворачиваем. Едем там, где отдыхает элита. Чё? Oh, there it is. That's my boat. Your boat's in a fucking hurry, man. Вот она моя яхта. Yeah, we'll catch them. Подвезите Франклина к яхте. We got a plan? Sure. Once I get us up close, you're the boarding party. More like the falling in traffic party. You'll be fine. Anything happens, I got a piece in the glove box. I'll cover you. Oh yeah, man, fine. Just fucking fine. So you thought of everything, right? Well, you said you want to learn the old way of doing things. This is the old way. I don't care how much you want to kill these motherfuckers. Don't pop until I say so. Давай. Не так пнул её. What the fuck was that?
Блин. Тварь еще слетел, вонючий. За каким хреном ты вообще туда вылез? That's my boat. Your boat's in a fucking hurry, man. Yeah, well, we'll catch him. What the fuck? Don't start shooting people without my say-so, man. I need to get my fucking head down. I know when to shoot a fucking gun, kid. Потерял. Блин. Я думал, он где-нибудь выплывет. Oh, there, there, there it is. That's my boat. Your boat's in a fucking hurry, man. Поехали, поехали. Yeah, well, we'll catch him. Madre de Dios. We got a plan. Sure. Once I get us up close, you're the boarding party. More like the falling in traffic party. You'll be fine. Anything happens, I got a piece in the glove box. I'll cover you. Oh yeah, man, fine. Just fucking fine. So you thought of everything, right? Well, you said you want to learn the old way of doing things. This is the old way. Hey, you want me to do this shit? You better get me close, man. All right. Сможешь? Да как ты выпал-то, падла? У меня у тебя слов нету. Давай. Вырежи голочки, это не моё. Your boat's in a fucking hurry, man. Yeah, well, we'll catch him. Залазь. Скинул. Get your ass out. Not the engine. Shit. Fucking engine. Давай. Залазь дальше. Get the jump on it, Frank. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Hey, shoot this motherfucker in the face already. Вали его. Hey, you asshole. Давай, давай. Too close. Yay! Вперед, вперед. Oh, crap!
не успел, блин. Давай еще разок. Франклин погиб. Тоже помню, что я его должен сбивать с машины тогда. Yeah, well, we'll catch him. Сложненько. Франклин погиб. О, хер, ты вообще погибаешь. There it is. That's my boat. Your boat's in a fucking hurry, man. Yeah, well, we'll catch him. Вот так. Пусть едет. Ладно. Это вас били. Так. Успевает? Давай, yeah, иди. And it's a long story, bro. Jimmy! Balls. Kid, watch out for the boom! Fuck! Hold on! Да подожди. Ладно. Забрала тебя, и то хорошо. Давай, что ты предпримешь? Ну? Опа! Поймал. Давай уже остановим яхту. Now that doesn't sound good. Damn, that's the engine, man. We ain't chasing shit in this thing. Don't break down, not yet. Ah, my fucking boat. Hey, it's just a thing. At least you still got a son. Hey, there's a chop shop back there, dog. You drive us there, we can get the ride fixed.
блин. Мне надо машину найти. My boat. It's just a thing. My boat. Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call, but... Oh, gosh. Давай. We gotta call the sheriff. You fucking idiot! You piece of I'm taking you. Oh. Shit, Dad, I nearly died, and all you give a shit about is this fucking boat. Ладно. No, it's not that. It's. На этой же машине мы должны добраться. Хорошо. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. Давай. Куда нам? I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, would you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the road in peace. Oh, great! Leave me with the home invader! I'll get it done, dog. No problem. Dad! Enough! All right? Enough! Hey, Franklin, can you call me a cab? Sure thing, man. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. All right, thanks. Thanks, man. Die. Hey, man, we might be able to find the boat, you know? We ain't gonna find it. It's gone. Man, I can ask around. Don't worry about it. It's gone. It's gone. I'll call the insurance company. You cover for fire and theft, right? I'm guessing they don't get too many piracy claims on the Great Ocean Freeway, you know? I hate paperwork. Hey, so you do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before I mean, man. Not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have any other people to go with, you know? I like looking at it. Looking? Yeah. You know, I'd come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Jacqueline. It'd clear my head, you know, let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other shit to fill your time. Dream other dreams, man. Yeah, sure. Whatever. You sure, Priyama? Сейчас мне надо вас довести, главное, да? На мост надо заехать, нет? Или под мост? Ладно, вниз. Господи, это у кого такой город вообще-то? Чё, Сан-Франциско или Лос-Анджелес? Как золотой теленок. Сан-Франциско, да? Кстати, фильмы, которые сняты в Сан-Франциско, они действительно красивые. Мне нравятся. Сан-Франциско. Хотя сейчас это вроде как криминальный город, тоже такой американский. Банды какие-то, одни тут там разворачивают. Перевозчик что ли посмотреть?
Вот перевозчика я посмотрю. Хотя нет, чернокнижник посмотрю. Первую, вторую часть чернокнижника. Alright, take what's in my pocket. Couple thousand bucks. That'll cover it, right? Yeah, it should be cool. Good. Соответствует. So you sure you're good? Yeah, I got this. Так. Вот так вот. I'm gonna come up front. Get out and walk around. Доставил. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man. And drop it back off at you. Починю тачку. Чтобы починить или модифицировать ваше транспортное средство. Все понятно. Let's do it, bro. Mama wants a spoiler. Ты видел этого чувака? Вернитесь в машину, вы должны иметь раз так. Давай. Чини, латай. See if you drive as fast as you talk. Так. Ремонт. Recondition. Sweet. You gonna do this thing, or we got to bounce? This wagon gonna be sick, homie. Gonna give this lady some curves? Так. When mom sees a new paint job, she's gonna flip. Давай. Починили. Матовый цвет. Все нормально. What do you think? Ваню. I'm gonna take you home now. It's Franklin, right? Yeah, Franklin. All the credit for our guy. Кудесники работают, не правда ли? You know what? Call me what you like, man. Yeah, I mean... Мне доступно. Sure. Jimmy, я знаю. Or James. Jimmy. Or just like... Не, говорю, в Ice Dogs 2 начал играть, что-то no, такая man, лажа, но вроде Jimmy, первые две миссии прошел, остальное вообще пипец. What's the deal, man? Huh? You and my old man? I see you at the dealership, and someone steals my whip, and Papa's all like, he's been down there to talk to you guys. Like his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. Господи, в Корее это работало. Вот там было прикольно, да. Тяжело, конечно, было прикольно. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Like maybe we can get shit done we couldn't do separate. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Какой-то депутат предложил еще. Well, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost to your job. It's hard out there. С моей зарплатой 16-17 тысяч, ты еще что-то хочешь собрать? Oh, you got fired, dude. Ты туда еще не доложил, сколько собрать хочешь. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting the resumes out there, but no one's hiring, huh? No, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the days just kind of disappear. Hey, you play Right to Slaughter? Papa. Nah, not since the first cup. Проехать. Okay. Так. Ой, все-таки я хочу немножко в Питер. Не в Москву, а именно в Питер. Архитектура, класс. Лучше, чем в других городах. Хотя, вот, я не знаю, в Новосибирск сгонять можно. И можно сгонять еще в Йобр. Будет здорово. Отдохнуть.
А то что-то Сочи, Анапа задрали, блин, себе ценники, дай боже как. Что-то будете отдыхать, больше ездить. Есть где. А если бухать, так вообще дома можно на диване. Что, в принципе, многие так и делают. Вот так. Yo, so like, since we're both unemployed... Миссия пройдена. Давай, сохранимся. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся с вами в следующем видео. Пока. Вау. Жук.